Ага, версии у вас разбежались, да? Есть гаминная версия, есть драматическая. Давайте посмотрим, как в итоге будет. Ну, примерно одинаково, да? Смотрю, прям есть драматик, драматик, гамин, опять драматик, опять гамин, опять драматик. Ну, смотрите, девчонки, наша героиня, вот, и Гульнара совершенно права. Она права в той связи, что мы имеем в нашей героине подтип номер 8. Это вариант, которого у нас еще не было. У нас с вами были 7, 4, 5, 6, 9. И совершенно верно, не то, не сё. Все верно, не то, не сё. Потому что доминанта смешанная, и ни один из этих фонов не является для нее идеальным. Потому что у нее есть отдельный свой фон для смешанной доминанты. Так вот. Восьмой подтип – это ее место в системе координат. И именно поэтому мы сегодня ее разбираем, потому что я хочу в мастер-класс как раз включить звездные примеры и разборы и примеров образов, и примеров причесок, чтобы было понятно, как доминанта лица, например, смешанная, да, повлияет на определенные выборы. И уже в отличие от ситуации, когда мы с вами отдельную актрису разбираем, на мастер-классе я хочу показать определенные обобщения, связанные с общим принципом, да, потому что у нас, например, смешанная доминанта лица, она вот присутствует, например, во всех вот этих трех типажах, да? То есть мы одинаковый принцип работы смешанной доминанты лица и реакции этих лиц на прически, на оформление портретной зоны и так далее, на макияж мы увидим. И у нас будет определенный диапазон рекомендаций для смешанной доминанты лица. Поэтому наша героиня будет одним из очень наглядных примеров, тем более, что мы ее, да, подготовили альбом. Мы будем уже продолжать ее анализировать, соответственно, да, в том самом мастер-классе. Итак, если у вас вопросы по стилевому типажу и по типу нашей героини,